Мы представляем компанию «Матюль», это французский бренд, ему уже более 160 лет. Мы показываем продукты линейки «Пауэрспорт». Они полностью обновились, более 70 продуктов. Они разделены условно на три направления. Это рейсинг, это гонки, урбан, город и фан, развлечения. Я считаю, что компания «Матюль» одна из единственных, кто может предложить продукты, которые действительно были созданы в тесном партнерстве с нашими райдерами, которые тестируют их на протяжении нескольких лет до того, как они появятся в продаже. Поэтому все те продукты, которые здесь представлены, они проходили жесткую эксплуатацию и тестирование, улучшение в экстремальных условиях, в условиях пустыни, условиях крайнего севера со всеми нашими райдерами, которые действительно создали ту формулу, которая будет лучше защищать двигатель, позволять раскрыть потенциал этого двигателя. Это те продукты, которые мы действительно долго разрабатывали и можем представить сейчас на рынке с этого года. Команда «Матюль», программа «Athletic Program» сама по себе уникальна. Команда включает в себя несколько дисциплин совершенно разных. Это дрифт, это стандрайдинг, это фристайл-мотокросс. Да, здесь куча единиц техники, если вы посмотрите. Есть и аквабайки, снегоходы. Все-все-все, да, то есть разные направления. Но, тем не менее, мы одна команда, мы делаем одно дело. Соответственно, как бы мы все дружим между собой к тому же, да. Но вместе мы просто можем делать больше, поэтому это очень интересно, и я думаю, что в конце сезона у этого будут большие результаты. Если вы хотите получать огромное количество адреналина, берите мотоцикл и приходите, и начинайте заниматься мотокроссом. Даже те, кто ездит в городе, просто подготовка им поможет. В городе, в принципе, ты все равно сковываешь себя и не можешь там отвязаться, потому что кругом машины, и непонятно, кто где развернется. На кроссовой трассе ты, в принципе, зависишь полностью от себя. Ты можешь где-то и рискнуть, и получить там взрыв адреналина, кайфануть. Поэтому занимайтесь, начинайте, не бойтесь. И все получится.